Эта сосна в прошлом году уже мамой это стала. Она уже шишки начала родить, свои семена. Вот. А вот тут рядом с ней посадил такую сосенку, вот как выросла, вытянулась. Вот еще сосенка. Это иголочки тут длинные, а у этой получается короткие, разные виды. И вот третья с длинными. Это называется у них сосна крымская с длинными иголками. Это вот простушка.